Всех приветствую на своем YouTube и Яндекс каналах. За окном пятница, 8 вечера на часах, и сегодня я вам расскажу, как правильно определить спелость арбуза на своей бахче и похвастаюсь вам своим вызревшим арбузом сорта «Продюсер». На прошлой неделе вы посмотрели ролик, как выбирать арбуз на рынке или в магазине. Там надо постучать двумя пальцами по арбузу, звонкий звук должен быть хорошо слышен всем окружающим, и арбуз должен быть увесистым для своих габаритов. Ссылка на этот ролик для зрителей YouTube будет в конце ролика, а для зрителей Яндекса в описании к ролику. Определять спелость арбуза на бахче гораздо проще, чем это делать в магазине или на рынке, ибо есть самый точный показатель зрелости – усик. Когда усик подсох, то арбуз полностью готов к уборке, и его можно смело срезать и нести на стол. В этом сезоне я выращивал сорт арбуза «Продюсер». Это сорт американской селекции, улучшенный вариант сорта арбуза Crimson Sweet. Подробный обзор на этот сорт выйдет на моих каналах в зимний период, когда появится больше свободного времени и есть время заняться этим любимым для моих подписчиков видом роликов. Как мы видим, арбуз идеально вызрел. Могу вас заверить, что он обладает идеальным вкусом и очень-очень сочный. В отличие от магазинных арбузов, напомню, ссылка в конце ролика, моя ягода не имеет светлых пятен на мякоти, что говорит о том, что ягода экологически чиста и не накопила в себе нитратов, чем грешат арбузы в магазинах и на рынках. Могу с уверенностью сказать, что за 4 года выращивания арбузов этот экземпляр самый вкусный и сочный. Обязательно сажайте и выращивайте арбузы. Это очень интересно, познавательно и, главное, вкусно. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Обязательно подписывайтесь на канал, если по какой-то странной причине вы еще не подписаны. Всем пока и удачи!